Это место нельзя назвать полигоном отходов. Это настоящая мусорная свалка. Отходы здесь не утилизируют, они обреченно гниют и воняют. И все это в окрестностях столицы республики. Пункт вывоза махачкалинского мусора находится совсем рядом с селением Параул. Непрерывно грузовые машины завозят сюда отходы. Мусорная свалка постепенно превращается в мусорный лес. Коллапс с бытовыми отходами остается одной из самых острых проблем Нового года. Проблема неуборки мусорных баков связана с нехваткой специализированной техники и рабочей силы в Махачкале. Руководство региона вплотную занялось решением этой проблемы. Заключено соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором. Надеемся, что первые 5 комплексных проектов по обработке должны будут возникнуть на территории республики. В рамках договоренности создадут инфраструктуру, а также разработают программу, которая позволит комплексу устранять твердые коммунальные отходы. Для начала планируется определить места для вывоза твердых бытовых отходов с территории городов. Создать компанию, то бишь регионального оператора, скорее всего, на базе этих муниципальных организаций, которые сегодня занимаются сбором и вывозом отходов, что, в свою очередь, приведет к созданию уже устойчивой схемы по всей республике, позволяющей нам правильно обращаться с твердыми коммунальными отходами, то бишь очищать города, вот, те участки дорог, которые сегодня тоже, к сожалению, к величайшему, недолжным образом выглядят, и привести в соответствие в течение ближайшего полугодия ситуацию в нормальное русло. Предприятие, которое занималось вывозом мусора, полностью не справилось с объемами отходов. Сейчас определены 2 региональных оператора – «Махачкала-1» и «Горсервис», которые будут убирать мусор. Более глобальные действия предполагают строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов. Отобраны земельные участки в городе Дербенте, а также Буйнакском, Кизлярском, Хасавюртовском и других районах республики. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.